Привет, ребята, меня зовут Антон, мы продолжаем проходить игру под названием Bloodborne. Итак, я сейчас предлагаю тот меч крутой взять. Да, вот он, клинок Людвига. Прекрасно. Ну, что он из себя представляет? Вот этот, пожалуй, меч берем. И клинок Людвига испробуем. Ага, вот он какой. Неплохо, слушай. Очень неплохо. А если его трансформировать? Ух, ни хрена. А если его немножечко прокачать теми осколками кровавика? По статистике у него, значит, что там получается? Соточка в самом начале, значит, идет, да? Так, усовершенствовать. Давай. То есть теперь нам нужно несколько осколков кровавика. Тогда будем бегать пока что с этой штуковиной. И сейчас нам нужно, знаете, куда возвращаться-то? Помните, где мы замочили вот эту тварь? Вискарию, то или как там ее? Не помню. Только теперь найди бы еще, куда телепортироваться нужно. Может быть, вот сюда? Мне кажется, что именно там мы эту скотину завалили. Вообще, конечно, признаюсь честно, босс не очень сложный, да, он очень простой. То есть просто нужно уворачиваться от него, и все. Это самое главное. Тупо уворачиваться. Если мы будем тупо уворачиваться вовремя и это делать все, то, соответственно, будет очень все круто. Да. Да, точно. Мы с вами пришли туда, куда надо. Так, почему ты все время фонарь убираешь? Можно вообще фонарь этот в быстрый слот поместить? Давайте проверим. Да, можно. Ага. Так, пускай будет здесь, чтобы не париться особенно с ним. Ну, тут ничего нету, это как бы понятно уже становится. И вот мне вот интересно из описания, что здесь будет сказано. Хитрое оружие, которое используют охотники церкви исцеления. Его конструкция несколько отличается от обычного, изготовлена из серебра. При трансформации он соединяется с ножнами и образует двуручный меч. Ну, по идее, двуручный меч — это мощный урон. Как-то так, что ли, получается, не знаю точно. Ах ты, падла! Ах ты ж дрянь! Что? Это вообще только что... Что за херь такая была, я не понял. Он какой-то эффект на нас наложил, что ли? Походу, да. То есть, получается, если использовать этот меч Людвига, то лучше использовать, соответственно, двуручный. Мне просто интересна его характеристика, этого меча. Но теперь мы знаем то, что короткий меч, он вообще бестолковый. Что лучше сразу трансформировать его в огромный двуручник. Давайте так и сделаем. Прекрасно. Теперь самое интересное будет. Чё да как? Конечно же, выносливости много занимает и достаточно громоздкое оружие само по себе. Но вдруг, вдруг оно получится необычным. До свидания. Ну, хотя бы вернули свои отголоски крови. Кстати, мне сказали то, что можно так подкрасться аккуратно вообще. Ништяк. Па-па-па-па-па. Неплохо. Неплохо, но громоздко, поэтому... Пока что давайте на какое-то время мы
вернем все-таки нашу любимую пилу. Пускай будет именно так. Я еще хотел узнать, что у нас с этой стороны находится. Потому что я не помню. Мы здесь, по-моему, еще не были. Да? Или у нас тут тупичок? Ничего такого здесь особенного и нету. Туман, да. Тумана много. Нет, здесь есть воспаленный глаз. Не хочу даже знать, что это такое. Блин, прикольное место. Травы много. Офигенски. Это, по-моему, только что мы предмет подобрали, который позволяет нам телепортироваться в хаб из любого места. При этом отголоски душ можно с собой утащить. Ой, отголоски крови. Неправильно выразился, да. Но все-таки я предпочту сейчас пойти в эту сторону, там, где мы встретились с двумя толстяками, с двумя быстрыми-быстрыми охотниками. Я не знаю, на самом деле, правильно ли мы сейчас сделаем, что сюда пойдем или нет, но мы это сейчас уже в самое ближайшее время успеем узнать. Как вы помните, в предыдущей серии мы себе аж на два уровня прокачали статистику, и это круто. Это очень приятно. Это говорит о том, что мы сейчас, возможно, продвинемся дальше в этом месте. Ух ты ж, падла. Давай, все-таки сожрала нам здоровье. Иди сюда, говно. Опа. Прекрасно. Справились, да? Два одинаковых осколка кровавика, это шикарно вообще. Так, ну если все правильно понял, то нам сюда нужно, точно. Еще два одинаковых осколка кровавика. Мы все ближе и ближе к прокачке нашей пилушки. Ну да, вот, все верно. Тю-тю-тю-тю-тю, говнюк ты какой, а? Отравленный нож. Тварь такая, на! Очки. Серьезная заява. Так, тут можно как-нибудь сверху на них сигануть вообще? Твою мать! Твою... Давай, херели совсем. Вообще звереля. Чит, твою мать. Так, лечимся. И отходим сюда, на большое расстояние. Ух ты, блин. Серьезный чувак. Но был готов. Ох. И нам срочно нужно найти чем-нибудь, что здоровье нам восстановит. Эта скотина, конечно же, по-моему, тут она растворилась, с которой можно найти плюшки различные. Как правило, это осколки кровавика. Ну, что-то типа того. Блин, весь плащ нам заморали, гнида. О, пузырек с кровью, да.
действительно полезно в данном случае, в данной ситуации. Что это за такое место? Какие-то очередные катакомбы. Свинцовый эликсир. Лекарство, перераспределяющий вес для отражающих или отраженных атак. Не знаю зачем, почему, но мало ли. Так. Неужто босс? Не самое лучшее время для босса. Опа-па-па-па-па-па-па. Что? Чую. Что это было? Я не хочу знать, что это было. Нет. Спасибо. Я лучше пойду в другую сторону тогда. От викари, от этой. Нахер, нахер. Какая-то херь невидимая. От нее мне лучше не становится однозначно. С другой стороны, нужно вернуть отголоски крови. По-моему, не. По-моему, она того не стоит. Лучше туда не бегать. И вообще не связываться с этим говном. Все, тогда в эту сторону потопаем. Но там дверь, она закрыта. Я думаю, что, может быть, мы ее откроем когда-нибудь. Зачем-нибудь. Потопаем сюда. Авось тут что-нибудь будет. Не, тут что-нибудь обязательно будет. Главное, чтобы мы опять быстро на босса не напоролись. Потому что мне пока что викария хватило. Так, и что у нас здесь? Кстати... Фонарик. Пока вроде ничего особенного, да? Ага, собачки и лес. Никогда мне лес не нравился в играх от From Software. Твою мать! Так, давай-ка иди сюда, мразь. Что это за осьминог такой гнилой? Твою мать! Да ладно. Это совсем охеревшая тварь, блин. С нее какая-то еще жижа черная течет. Ой, блин. Что-то мне как-то не легче от всего этого безобразия. Однозначно не легче. Какой-то, блин, опасный лес. И здесь нам... Нужен фонарь, потому что уже как бы совсем не камильфо бегать такое расстояние, не пойми куда и не пойми зачем. Так, прекрасно. Отравляющие ножи пока будем держать при себе, не трогаем их лишний раз, нафиг, пригодятся еще. Здрасте, до свидания. И главное, что когда мы зашли в этот лес, нам ничего не написали, что вот вы заходите в такой-то, такой-то лес, и вам типа трындец придет от осьминогов. Блин, врагов много, все эти враги, как назло, шустрые и быстрые. То есть с ними так-то ничего не поделаешь. Ну, я думаю, мы что-нибудь сейчас придумаем. Чем-нибудь такое прокумекаем. Ну,
готова, тварь. Так, отголоски мы себе вернули, душ. Стоп, не надо. Включи-ка его. А, давай. Так, готово. Теперь идем. Я даже не знаю, кого из них лучше взять-то. Вот так, давай, стоп, с тебя начнем тогда. Нехило. И за них дают опыта немерено, кстати говоря. Давай, иди сюда. Ну же. Ух ты ж, блин. Ду-ду-ду-ду-ду-ду. Мощную заяву, слушай. Давай, иди сюда тогда. Иди сюда. Готово, тварь. Ух. Здоровья, конечно, у нас не так уж много прям. Ой-ой-ой-ой. Падают твари. Ах ты, тварь. Так, полечимся. На всякий случай просто. Пепел костного мозга. Густая холодная кровь. Еще густая холодная кровь. Да, много тут всего. Но легче от этого не становится. Ты падла. Много стрелков. Знаете что? Вот так. Какое-то пристанище снайперов. Главное, как назло, нет ни одной лечилки, которая нам бы помогла. Сюда, кстати, можно? Ня, нельзя. И ни одного гребаного фонаря. А здоровья-то не так-то и много. Давайте мы попробуем к этому ублюдку подойти вот так аккуратно со спины. Пока он очухается. Готов. Типа бочонки нельзя уничтожить. Камешек дали. А, спасибо. Легче мне от этого не становится, камушка. Так, вон псина. Еще один стрелок. Гадина такая. Хоть бы кто дал полечиться. Хоть бы одна паскуда. Блин, тут лес. Па-па-па-па, ловушек. Хоть бы еще пули давали тарас этих ублюдков. Но нет. Куда там? Какие там пули?
типа обойдешься, да? Сиди с потными ладошками от напряжения. Ну, первую часть леса мы с вами зачистили относительно. Вроде как. Опа! Много мы с вами добра, конечно, взяли. Отдыхай, ублюдок. Ой-ой-ой. Ой, что-то все это мне не нравится. По-моему, эффект отравления на эту гниду не действует, да? На! Так, наверное, сейчас самое подходящее время для того, чтобы вернуться обратно. Давайте мы себя... быстрый слот поставим, этот вот листик так называемый. Или нет? Или блестящие монеты нужны? Давайте вот так вот сделаем. Что-то как-то стремновато. Фонарь! Еее! Блин, да чё ж вы... Последнее прибежище Хемвик. Ну да, детка. Какой-то там явно ненормальный смех раздается. Поэтому мы просто пойдем и вернемся в хаб. Нафиг. Из этого ужаса. Надо закупиться, в общем, лечилками по полной программе, а то у нас, откровенно говоря, их не хватает. Да. Ноль. Ноль штук. А нам нужно 20. Чтобы всегда были, так сказать. Значит, пузырек с кровью. О, даже... Ой-ой-ой. Пузырек с кровью постоянно становится дороже. Хера себе. Сильно, сильно. Ладно. Медальон старшего охотника. И, кстати, осколок кровавика с каждым разом тоже становится дороже. Угу. Понятненько. Понятненько. Ну, а ух ты. Ух ты, ружье Людвига даже появилось. Правда, оно бестолковое совершенно, кажется мне. Из брони тоже ничего нового и свежего нету. Ну и ладно. Так. Закупимся. И надо оружие починить. Чтобы оно было у нас в надлежащем качестве. Кстати. Чем-то из этого запихнуть. Можно? Нет. Нет, нельзя. Ну и ладно. Ну и пофигу. О, у нас новенький, соответственно, портал открылся, да? Переулок Хемвика, вот как это называется. Место с порталом. Что-то мне туда вниз неохота спускаться, там такой смех был жуткий. И не вполне здоровый. Не знаю, что там будет однозначно. Наверное, опять вот эти твари черные, которые все какую-то смолу выделяют или какую-то херь, жижу черную, без понятия. В общем и целом, очень неприятная штука такая. Фонарь. А, стоп. Зачем же, давай.
Че с вами не так-то? Воу! Так, если мужиков мы в самом начале встречали, они у нас такие были, дерганые слегка, то тут баба. А если я? Ай-яй-яй. Прекрасно, готова скотина такая. Пузырек с кровью не помешает. Все равно придется лечиться скоро, я так думаю. Воспаленный глаз. Да. Да, точно. Что-то мы от лопаты, что ли? Урон получили. Два одинаковых осколка кровавика, и мы теперь можем прокачаться. Ребята, мы теперь можем пойти и, блин, нахрен прокачаться. Давайте мы так сделаем. Ух. Но, не, удостовериться нужно сначала, что действительно столько. Да. Пять осколков у нас есть. Одинаковых кровавика. Ну, пардон, что приходится в хаб так часто ходить. Но, извините, оружие нужно улучшать. Потому что мы уже пилу... я не помню, когда последний раз прокачивали. Сейчас нужно ее прокачивать снова. Снова и снова. Конечно, у нас были там, где вот эти великаны ходили вдвоем. Типа жуков. Которые нам дают всякие различные осколки кровавика. Но в итоге-то туда идти смысл. Там столько этих жердяев, что нафиг. Потом, если что, заскачем к ним. Так, усовершенствовать оружие. Пила топор. Да, 135. 8 одинаковых осколков кровавика еще нужно. Ну, я думаю, это нормально такое приобретение получается. И, кстати, поскольку мы с вами нафармили некоторое количество отголосков душ, давайте мы сначала тут узнаем, что у нас здесь. Кстати, можно убирать еще чашу. Значит, сюда. Ты не помню, у нас была чаша по тумеру. А, ритуальная кровь нужна. В количестве двух штук. Или как-то так. Могильная плесень еще кое-где нужна. Нет, ладно, мы сюда еще вернемся. Если найдем еще снова могильную плесень, заскочим тогда тут на праздник местный. Давай, пошли. Ну, теперь, когда мы оружие прокачали, я думаю, будет еще эффективнее уничтожение монстров продвигаться. Они такие сволочи неприятные. То очень сложно идут и дерзкие, то вот эти вот бабы попадаются наглухо долбанутые. Сейчас мы с ними разберемся по-свойски. Жопу им поднадерем. Мало им не покажется. И отлично будет тогда. Ну чё? Опа-па. Я забыл. Не, уничтожаются они бодро. Пузырёк с кровью. Thanks. Thanks. Ай, тя-тя. Чё там, где эта карга? Вот и здоровье себе восстановили. Ну и чё у нас тогда здесь? Окей. Все хорошо, я пошел. Знание безумца очередное. Сейчас устройство не работает. Это из этой ямы, что ли, да? Наверное, какой-то быстрый путь, я думаю. Хорошо. Будем иметь в виду, что так-то и так-то. Возможный быстрый путь. Будем знать.
А нас уже тут ждут, то есть, да? Не, это нормально такие враги, адекватные. Шустрые, правда, немножечко. Но адекватные вполне. А вот эти... Твою мать! Да вы чё? Воу! Совсем уже охерели. Такими пачками-то бежать тоже нельзя. Вы ж так человека напугать можете. Воу. Понятно. Нас здесь никто не ждет, да? А, папа. Ну зачем себя так вести, а? Ты чё? Слышь, курва. Давай мы с тобой побеседуем сейчас. Чих-чих-чих-чих. Я же сказал, побеседуем. Что, мне кажется, немножко дохленькая. Для такого количества. Для такого тяжелого орудия. Да, немного она не та. Старость не радость и все такое. Эх. Ну и чё тогда? Скажите, интересно. Опа-на. Твою мать. Так, нас вот тут уже кто-то поджидает, да? А, ну как всегда. Прекрасненько. Коктейль Молотова даже дали. А, нормально. А, даже это приятно. Так. Закрыто устройством. То есть, где-то здесь у нас может находиться потенциальный рычаг, открывающий эту решетку. И это нормально, это прекрасно. Ну, звук вот этот вот просто до мурашек пробирает, да. Чё это такое? Два одинаковых осколка кровавик, прекрасно. Не зря. Не зря мы уделили некоторое время всему этому безобразию. Так, погодите. А с гиганта чем-нибудь выпало такое? Экстраординарное? Не, ничего. Как-то он неприлично за нами потащился. Что-то не подсказывает, что сюда лучше не соваться просто так. Ага, здравствуй. Так, вот этот пузырек с кровью нам на склад пошел. Типа того. По-быстренькому чтоб. Уж туда, то есть не спускаться. То ли там текстуры не прогрузились, то ли так высоко, что не пойми что. О! Как ты? Да ты срань такая. Твою мать. А все из-за ворон. Твари. Твою мать. Так, хорошо.
перевороны остались. Жестко, конечно, но все это нужно было сделать. И, насколько я понял, эта штуковина, куда она нас переправляет? Ага. Все, намек понял. То есть мы открыли фактически быстрый путь. Это говорит о том, что в ближайшее время у нас этих не будет фонарей. Да. Ну ок. Что могу сказать? Может быть, тогда сходить в хаб прокачаться немножко? Давайте мы так и сделаем. Почему нет? Или стоп. У нас... значит, что есть? Что есть у нас? Густая и холодная кровь. Давайте одну попробуем сначала использовать. Да, по идее, нам хватит для прокачки. Я так предполагаю. Если что-то не хватит, продадим какую-то шушеру. И непосредственно тогда прокачаемся хотя бы на один уровень. Не, ну серьезно, а почему нет-то? Короче, действительно, это важно и нужно. Прокачка — это одна из самых важнейших составляющих Bloodborne. И игнорировать ее не стоит вообще никак. Особенно, когда у нас при себе такое количество отголосков крови. А еще если учитывать то, что мы открыли только что быстрый переход... Нам сама игра говорит, что вот, иди, пойди, прокачайся. Не жадничай. Так, давайте мы на всякий случай. Сейчас... так вот сделаем. Сколько там нужно-то? О, еще немножечко. Даже хватит для того, чтобы еще лечилок набрать. Ну, у нас на складе есть лечилки, но мы брать тут не будем. Чё это, не понял я юмора. О. Отлично. А вот теперь давай мы сейчас с тобой поговорим. Так, ну чё, можно силу прокачать, да? А можно прокачать себе здоровье. Давайте мы так и сделаем. Великолепно. Что ж, друзья, давайте старом на этом серию завершим. Надеюсь, она вам понравилась так же, как и мне. Ставьте пальцы вверх, добавляйтесь подписчики. Всем спасибо за внимание и пока.